Я всех приветствую на своем канале InfamyTunFam, и с вами Лена. В этом видео пойдет речь о подарках и покупках одежды и сумок. Я купила пальто, тоже вот примерно такого же цвета, только оно чуть посветлее. И я безумно рада этой покупке, потому что я купила на скидках за 100 евро, 110, стреляет. В общем-то, 110 евро, и эта шерсть, это английская фирма Phase 8. И я заметила, кстати, что мне нравятся английские вещи и сумки. Вот, двубортное пальто с большими карманами, в стиле эндрогенное такое, и оно очень хорошо на мне сидит, я его обожаю. Покупала, если честно, с мыслями на весной, но у нас в январе настолько была теплая погода, у нас было 13 градусов, что я его 2 недели носила, не снимая. Вот, очень идет яркими губами, с такими вот, как у меня, винными или красными. В общем-то, довольно-довольно-довольна. Совсем забыла вам показать такую вот шапочку и шарф. Я была в поиске, на самом деле, шапки такой тонкой, но в то же время теплой, которая бы подходила под мой пуховик, то есть более такого спортивного стиля, и нашла я ее от фирмы Lee в том же магазине, где я покупала свои джинсы, то есть это джинсовая марка. Состав у нее такой неплохой, это вискоза, чуть-чуть полиамида и ангора. За счет ангоры, конечно же, очень приятная, мягкая на ощупь, и прям подходит мне в цвет под мой пуховик. Также с удовольствием ношу с дубленкой. Дело в том, что у меня есть меховая очень теплая шапка, но ее оденешь больше в минус, там, от минус 5 градусов, и у нас такой погоды практически не бывает. А вот когда минус 1-0 градусов, это идеальная вещь для меня. Если чуть теплее, то я, конечно, предпочитаю уже одевать шляпы. Такая вот плетеная коса. Шарф очень длинный, то есть здесь он у меня в четверть сложен, а так он очень-очень длинный. Качеством я очень довольна, я уже эти вещи стирала. Мягкие, то есть надо, конечно, обращать внимание, как вы их стираете. Но... Следующее, что я вам покажу, это будет платье, которое мне подарила моя мама на день рождения. Это дизайнерское платье, 100% шелк от Issa, Лондон, тоже Англия. Вот такое вот, я ставлю, конечно же, лучше фото, так видно еще лучше, как оно сидит. И, конечно же, оно прям такой шик, блеск, красота, прям такое. Но, если честно, для меня очень глубокое декольте. Я фотографии без ничего одевала его так, но в следующий раз все-таки я буду одевать какую-нибудь маечку, чтобы закрыть, потому что для меня уж это слишком глубокое декольте, я обычно такие не ношу. А так я его обожаю, оно что хорошо приличной длины и смотрится прям так, очень даже ничего. Еще один подарок от моей мамы, это, она просто сошла с ума, если честно, это сумка от Jimmy Choo, как его называют, как эту марку называют во Франции, на французском, и это сумка бомба. Черного цвета, которая подходит под все, это, как говорится, и в пир, и в мир, можно и с джинсами носить, можно и с платьями носить, и шик, и так, и сяк. Она просто бомбезная. Вот так вот она выглядит, некий такой, такая форма кейса. Сейчас они очень модные. И красивая такая вот золотая фурнитура. Кстати, очень интересно, открывается кармашек, вот выдвигается, так, и потом наверх. Вот так вот открывается. Здесь можно, в общем, такой-нибудь телефончик, что-нибудь такое. И так как это не на магните, можно не бояться, что его кто-то украдет. Хотя в Германии, наверное, такого практически не происходит. Я эту сумку уже брала, у меня она была в аутфите в Новый год. Сейчас я вставлю, кто еще не видел. Я в Инстаграме вставляла. И, ну да, очень красиво смотрится, так что довольно как слон. Ну, следующая сумка тоже, наверное, многим знакома из Инстаграм. История такова, что я ее присматривала уже, наверное, полгода, как она только появилась, и она мне так понравилась. Я сказала, как только будут скидки, надо будет обязательно туда зайти и ее купить. Так я сделала, муж мне об этом напомнил. И действительно, очень красивая такая сумка. Мне нравится в ней просто, не знаю, для меня это идеальная форма сумки, идеальный размер сумки, и это
безумно красивый цвет глубокой морской волны, которая очень хорошо подходит под мою шляпу, которая безумно хорошо подходит под мое пальто. И вообще я очень люблю этот цвет. Ее можно носить как на длинном ремешке, так и с ручками. И это фирма Redley London, Англия. Да, видите, что-то у меня с Англией все-таки сошлось. Что ж, на этом будет все. Надеюсь, что видео вам понравилось. Если да, то ставьте пальчики вверх. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. И я вам говорю до следующих встреч в новых видео. Всех целую, всем пока!